На камеру. Так, доброе утречко, уже 9 часов. Встали мы, как всегда, давно. И вот у нас завтра. Кстати, Арина сегодня завтракала в 8 часов уже. По 8 где-то. Проснулась голодная, вообще жесть. А у нас сегодня слово «дынька». Дынька-дынька, это Вове, а мне, вот как я и говорила вчера, что сделаю себе, вот дыньку сбила и буду вот это пить. Это очень вкусно. Арина тут какие-то свои дела делает, распечатки. А у нас сегодня что по плану? Родники за водичкой, потом за яблочками. Да, будем еще, ну потом пойдем на другие деревья, то мы уже съели все дерево. Съели. Но это очень вкусный яблочко. Мы ели его, наверное, месяц. И когда мы последний раз пришли, кто-то там уже подтрес конкретно, там много оставалось. И мы пришли уже совсем чуть-чуть было. Ну вот так, на сегодня такие планчики у нас, да? Будем сейчас кушать, собираться и рано утром выходить, да? А, и у Артурчика вылез 4-й зубик наконец-то. Ура, ура, ура. Все, можно полноценно кусать что-нибудь. А мы уже в лесу. Как сказали, видите, идем, да, идем за водой. Аринка дома заявила остаться, потому что сказала, я не пойду и туда далеко. А еще она сказала, меня комары покусают. Комары от холода понесут. Сказала, не пойду. Ну, в общем, за яблоками она с нами пойдет. А сейчас дома сидит, уроки делает. Так какие комары зимой вообще? Да, зимой, 23 сентября. Даже с ним очень холодно. Ну, наделись сегодня теплые. Я вообще в спортивках. Тепленько в спортивном костюме, руки отмерзают. Артурчика, вон, курточка. Ты соску ему дал? Нет, он сам ее взял. Грызунок такой, что прикольно в зубах держал. Не получилось заснять. Вот, Артурчик с нами. Да. Он всегда с нами. Смотри, у него это, носик что-то красненький. Потому что красненький. Ну, он тепленький, кстати. Мы проверяем. Он тепленький, ему хорошо, комфортнее, чем нам. Ну вот так, сейчас воды наберем, пойдем домой занесем. Не знаю, что мы будем делать, поедим, не поедим. Не, наверное, сразу пойдем. Посмотрим. Сразу ты думаешь, да, смотри, Артур как... А, так Артура надо покормить. А, ну Артура покормим. Мы сейчас зависим от Артура. Вот, и пойдем дальше по делам. Парам-тарам. Ну вот так вот. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Да. На то оно и утро. Утром, кстати, лучше всего дела делается, это по себе ощущаю. Вечером уже ничего не хочется делать. Да никуда не хочется ходить. И вообще с утреца на голодный желудок сил больше, энергии больше. Ну, это по себе служу просто. У меня так. Всегда так, какие-то зря, дела люблю говорят, утром делать. Утро вечером мудренее. Ну и да. Всего хочется сделать и то. А вечером хочется сесть, что-нибудь потрескать и посмотреть телек. Но уже какая-то превращаемся в амёб обездвиженных. В лесу так классно, так свежо, вообще прекрасно. Птички поют всякие. Артурчик даже спит, уже маленький. Он всегда, кстати, в лесу у нас засыпает быстренько. На свежем воздухе хорошо спится. А Вова там водичку набирает. Я немножко катаю Артурчика, потому что если я останавливаюсь, он начинает просыпаться. Мы идем за яблоками. Артур не идет, он полулежит. Наверное. Арина пошла уже смотреть тут местную одну достопримечательность опять. На проспекте Мира. Пойдем мы посмотрим, что она там делает. Артусик! Давай тебя пофоткаю. Ну что? Что тут за дикий конь? Дикий король и дикая королева, наверное. Капец. Дикая девочка. И дикая девочка, да. Ну что, пошли, может, Арина, а то у нас дела. Сколько сварки здесь работают. Смотри, сколько они мелкие детали сваривали, да? Варили. Прикинь, вот этого. А это быстро, кстати, сварка делается? Нет.
Быстро, почему не быстро? Просто тут ничего не обрабатывали, в принципе, он как оно все висит. Ладно, так, пойдем. Бывали в замке почти. Почти в замке, да, замок тут рядом. Это их дом. Мы тут белочку увидели. Подойди ближе. Прикольно. Скакала тут. Белочка. А, все, ускакала. А вон она прыгает, не знаю, будет я видно, нет. Блин, такая белочку, шустенькая. Вон она. А я уже потеряла. А, вон она высоко. А ну вообще не видно. Вон она сидит там. Прикольно. Где? А вон высоко. Привет. Иди сюда. А, нашла. Смотрит так на меня, ушками такая, раз. Дальше попрыгала. А, вон. О, прикольно. Блин, такая шустренькая. Смотрите, какая красота. Но это не яблоки, это груши. В общем, у нас целый рюкзак груш. И вон Тарзан полез на грушу. В общем, мы тут решили сегодня одни груши нарвать, за яблоками не пойдем. Вот эта вот груша самая сладкая, вот которую я сейчас кушаю. Вова сказал, у меня сладость этой груши, я уже горло запершила, представляете? В общем, мы сегодня удачно поохотились. На груши. Ну, блин, здоровые. Ничего себе высоко, сказал, очень большие груши там. Обалдеть, их очень много, кстати. Мы сюда еще раз придем. Но они очень сладкие. Арина там где-то бегает, не видно. Да, супер. Поснимаю сейчас, они у нас будут лежать. Долго вообще. Мы сегодня довольны. Артурчик наш маленький спит. Ай-яй-яй, какая груша покатилась. Надо собрать. Смотрите, какие они большие. А у нас дождь пошел. Ой, накрыли Артурчика. Сейчас домой ки пойдем, все. Ей, ты как там? И он проснулся, представляешь? А Вова лазит там. А дождь-то идет? То идет, то не идет. У Артурчика шалашика, в шалашике дискотека. Да? Дискотека у тебя, малыш? В общем, у нас в комнате холодно, и включили кондиционер на обогрев 27 градусов. И так тепло, воздух такой теплый сюда. Спадает, это блаженство. Класс, просто класс. Кондишн крутая вещь, и на обогрев может работать, да? Арина, что ты там печатаешь? У меня, посмотрите, она куча всего распечатывает. Кучу просто. А Вова готовит кушать. Ну, вернее, мама все поставила, а Вова пошел следить и котов кормит. Ну что, котики уже поели? Масянька вылизывает. Не ест она лежит. А, наконец-то Масяня начала мясо тоже есть. Лизать. Но Вова сказала, она не умеет есть, да, а лежит. Представляете? Ну вот так. В общем, у нас все коты теперь, все пятеро кушают мясо. По-моему, мы это уже говорили. Наверное. А, смотрите, сколько груш в итоге получилось. Видите, целый ящик. И в холодильнике еще целый ящик. Да. Они просто огромные, красивые, как с магазина самые лучшие. Они сладкие, приторно сладкие. Mm. Вот, кстати, яблоко еще. Яблочки, дыни. Да, что-то есть еще. Живем. Идем-ка мы, идем-ка на кухню и видим вон что. Да, я посмотрю, покажу. Подержи его. Подержи малыша. Заходим мы на кухню, а тут хищник охотится с высоты. Короче, кусачка залезла на шкаф и наблюдает. Кусачка, привет. Эй, кусачка, ты за кем там охотишься? Видимо, за нами. Где-то недалеко Меша шумит, пугает. Все полевые бонстики говорят «Ой!» и делают один шаг назад. Ты полевой бонстик? Нет. Ой, вообще, я уже сплю. Тут у нас сколько? 15:10.
Ну, пообещала с Ариной в игру сыграть. Кстати, прикольно. Тут 60 карточек и прикольное задание. И всякая информация про нашу Беларусь тоже добавляют сюда. Я даже кое-что и не знала. Ну ладно. В общем, играет тут. Что? А, что там я уже забыла? Один шаг на... А, ничего не делать. Получается вот так. Мы же собрались снимать, да?